Прошло 70 лет, как Русь избавилась от монголо-татарского гнета. В стране утихли внутренние распри. Приходило время строительства и созидания. Появилась возможность преодолеть военно-техническое и культурное отставание от стран Европы. Русский царь Иван Грозный приглашал в страну инженеров, ученых, художников. Большая их часть направлялась в Москву через прибалтийские города немецкого Ливонского ордена. Но правительство ордена опасалось усиления России и чинило препятствия прибытию специалистов, не останавливаясь перед их арестами и даже казнями. Ливония оставалась преградой и для русской торговли, а отсутствие собственных портов на Балтике ставило Москву в зависимость от капризов немецкой политики. В 1558 году, стремясь преодолеть Ливонскую преграду, Иван Грозный двинул свои войска в Прибалтику. Никто даже не предполагал, что начавшаяся война, названная Ливонской, продлится целых 25 лет и столкнет Россию с крупнейшими державами Европы. Молодой воевода Дмитрий Хворостинин целый день провел в седле. На южных кордонах крымских набегов ждали в любой момент. Если вовремя не дать врагам отпор, они пограбят селение и уведут в рабство сотни русских. А потому отдыхать было некогда. Службу Хворостинин начал в 15 лет. Гарнизон в городе Шацке стал для него первым серьезным назначением и быстрой военной карьеры не сулил. Дмитрий Иванович, хотя и был князем, но рода незнатного. Помочь в продвижении по службе мог лишь его отец, пробившийся к московскому двору и получивший чин окольничего. Хворостинин не мог и предполагать, что вскоре его имя прогремит не только по всей России, но и за ее пределами. А пока он охранял Русь от крымских вторжений, другие воеводы вступали в войну, затянувшуюся на четверть века. В середине 16 века большей частью Прибалтики владел Ливонский орден. Некогда его рыцари-крестоносцы представляли собой грозную силу и творили немало бед, нападая на русские земли. Но к началу царствования Ивана IV Грозного Ливония потеряла былую мощь. Население разобщено, армия слаба. А в 1556 году здесь началась междоусобная война, ослабившая орден. Соседи Ливонии, Великое княжество Литовское, Польша, Швеция, Дания, жадно поглядывали на распадающееся государство. Тот, кто первым вступит в борьбу за ливонское наследство, имеет все шансы на значительное приращение территорий. Понимали это и в Москве. Власти ордена давно относились к Руси с враждебностью. Опасаясь усиления русского государства, они не пропускали в страну иностранных инженеров и ученых. Запрещали ввозить оружие и сталь. Значительная часть торговли с Европой контролировалась ливонскими купцами, и основная прибыль оседала в их карманах. Для войны был нужен только повод, и вскоре он нашелся. В конце 1557 года в Москву прибыло посольство из Ливонии.
Орден задолжал России дань, которую должен был платить за обладание приграничными землями, городом Юрьев, по-немецки Дерпт, и его окрестностями. Наступил последний срок для возврата накопившихся недоимок. Ливонцы отчаянно торговались, чтобы уменьшить размер дани. Русские требовали вернуть ее в полном размере. В конце концов, московские дипломаты заявили: «Государева рать готова вступить в вашу землю, а потому сознайтесь, дабы не пролилась невинная христианская кровь. С вами деньги или нет?» Денег не оказалось. Перед отъездом послов пригласили на царский обед и посадили перед пустыми блюдами. Оскорбленные и униженные, ливонцы молчали. Не проронил ни слова и царь Иван IV. Иван IV Васильевич Грозный. Старший сын великого князя московского Василия III. С трехлетнего возраста считался великим князем. До 1538 года государством правила его мать, Елена Глинская, регентша при малолетнем сыне, а после ее смерти – боярское правительство. В 1547 году Иван Васильевич принял царский титул. Сразу после отъезда послов царь направил полки на Ливонию. Зимой 1558 года русская конница вступила в прибалтийские земли. Этот поход стал первым предупреждением ливонскому правительству и одновременно проверкой боеспособности противника. Тот не оказал сопротивления. Напуганные власти ордена пытались возобновить переговоры и пообещали собрать дань. Однако в оговоренный срок представили лишь половину суммы. Тогда в Ливонию двинулось более мощное войско. Основу русской армии XVI века составляла конница. Конный дворянин имел на вооружении саблю, лук, боевой топор и сулицу, короткое метательное копье. Богатые воины носили кольчуги. Те, что победнее, облачались в тегеляи – стеганные доспехи из плотного материала. По отзывам иностранцев, русская конница того времени обладала исключительной выносливостью и могла вести бой в тяжелейших условиях. В русской армии участвовала и татарская конница из только что присоединенного Казанского ханства. Река Нарова разделяла две крепости – немецкую Нарву и русский Ивангород. В марте 1558 года ивангородские воеводы сообщили в Москву: противник начал обстрел их крепости из пушек. Отвечать без царской команды не смели. В Ивангороде знали, что два государства находятся в состоянии перемирия, и командование опасалось, что ответный огонь повредит русской дипломатии. Но немцы не прекращали обстрел. Тогда Иван IV отправил приказ – бить в ответ изо всех орудий. Обстрел Нарвы русской артиллерией продолжался неделю и нанес немецкому городу столь серьезный ущерб, что его жители заявили о готовности капитулировать. В мае 1558 года Нарва признала власть московского государя. Но, отдохнув от канонады, нарвские жители усомнились в своем решении. Может быть, у страха глаза велики? Горожане запросили помощь у Ливонского ордена. В Москве предвидели подобный поворот, а потому в Ивангород направился отряд во главе с Алексеем Басмановым, чтобы взять Нарву штурмом. Басманов Алексей Данилович. Крупный воевода, боярин. Отличился во время осады Казани. Стал одним из ближайших соратников Ивана Грозного и одним из предводителей опричнины. В Ливонской войне проявил себя талантливым полководцем, однако позже был обвинен в измене и казнен. Нарва была многолюдным, отлично укрепленным городом. Обычно для осады таких крепостей снаряжали большую армию,
Но Басманов получил в распоряжение всего около 1500 бойцов. Поначалу воевода устраивал против немцев короткие вылазки. Он перебрасывал через реку небольшие вооруженные группы, которые вступали в схватки с противником. Немецкое ополчение лишилось многих бойцов. Более 30 человек попало в плен. 11 мая в Нарве вспыхнул пожар, который быстро распространился по городу. Большая часть немецкого гарнизона пыталась остановить огонь и покинула укрепление. Басманов воспользовался моментом и переправил свой отряд на вражеский берег. Русские достигли крепостных ворот, проломили их и ворвались в город. Басманову досталось 230 немецких пушек. Немцы осознали, что происходит, и начали оказывать сопротивление. Но было поздно. По ним ударили их собственные орудия. Крепость пала всего за несколько часов. Нарва на некоторое время стала главным русским портом на Балтике. В городе построили православные храмы. Здесь поселилось множество российских купцов и ремесленников. Прибыль от прямой торговли с европейскими странами стала, наконец, пополнять московскую казну. Взятие Нарвы обозначило перелом в ходе кампании. О дипломатии речь уже не шла. Полки Ивана IV громили рыцарское воинство и брали одну крепость за другой. За 3 года они заняли Дерпт, Филин, Мариенбург, Тарваст. Армия Ливонского ордена прекратила существование. Иван IV руководил военными действиями из Москвы и при каждой новой победе осыпал своих воевод наградами. При этом царь понимал, другие соседи Ливонии в стороне от конфликта не останутся. Так и случилось. На некоторых участках Ливонской территории укрепились датчане и шведы. Но главная опасность исходила от Литвы и Польши, двух союзных стран, во главе которых стоял единый правитель. Именно ему, польскому королю и великому князю литовскому Сигизмунду Августу, Иван IV предложил сделку. Русское войско поможет соседу одолеть общего противника – крымского хана. А Сигизмунд признает русские завоевания в Ливонии. Король взял время на раздумье, но идти навстречу русскому царю не собирался. Он пытался тайно заключить мир с Крымом и вел переговоры с новым орденским магистром – Готхардом Кетлером. В ноябре 1561 года они встретились в литовской столице Вильна и заключили соглашение, названное Виленской унией. По Виленской унии земли Ливонского ордена переходили под персональный протекторат Сигизмунда Августа. Часть из них, герцогство Курлянское, получил под свою власть Готхард Кетлер, который теперь подчинялся польско-литовскому государю. По этому соглашению литовские власти получили основание претендовать на те прибалтийские земли, которые уже были заняты русскими войсками. С этого момента главным военным противником Москвы стала уже не Ливония, а Литва и Польша. Узнав об этом, Иван IV решил нанести удар первым. В январе 1563 года главные силы московского государства вошли в пределы Великого княжества Литовского и направились к Полоцку. Эта мощная крепость, центр древнерусского княжения, была богатым торговым городом и важным стратегическим пунктом. Если бы Ивану IV удалось занять Полоцк, он смог бы угрожать самой литовской столице. В составе полка, которым командовал сам царь, шел и Дмитрий Хворостинин. Один из множества младших командиров, он ничем не выделялся в войске. После Шацка Хворостинин начальствовал гарнизоном в Нижнем Новгороде.
оттуда был направлен в Ливонию. Теперь он вел свой отряд на Полоцк и ждал случая отличиться перед государем. 31 января русские войска окружили город. Полоцкие укрепления славились своей мощью, а 2000-й гарнизон был полон решимости сопротивляться. Но через неделю из Москвы прибыли тяжелые осадные орудия, которые начали крушить стены крепости. Самая крупная Кашпирова пушка била по врагу ядрами весом в 20 пудов, то есть 320 килограммов. Земля дрожала от артиллерийского огня. Ядра пробивали стены насквозь. Командир Полоцкого гарнизона принял рискованное решение – поджечь городской посад, пригород, чтобы его богатое имущество не досталось русским. В это время в охваченный огнем посад ворвалась конница Хворостинина, а следом – стрельцы. Стрельцы. В XVI-начале XVIII веков русская пехота, вооруженная фитильными ружьями, пищалями и саблями. Русская пищаль соответствовала европейской аркебузе. Стреляли из нее с рук, без использования подставки – сошки. Позже стрельцы вооружались бердышами, которые поначалу представляли собой обычные топоры на длинном древке. Лишь после смуты при Михаиле Романове стали применяться широколезвийные секиры с рукояткой длиной 140, а иногда до 160 сантиметров. За считанные минуты перевес склонился на русскую сторону. Польско-литовский гарнизон отступил к цитадели. Более 12 тысяч русских жителей Полоцка, которых не успели увезти в замок, остались в горящем посаде. Они с радостью встретили русских победителей. Через неделю, 15 февраля 1563 года, Полоцк сдался. Хворостинин в числе первых вошел в крепостной замок. А Иван IV запомнил храброго сотенного. После взятия Полоцка русские военные успехи сменились неудачами. Крупный военачальник, князь Андрей Курбский, перебежал на сторону Литвы и передал неприятелю сведения о перемещениях российского войска. Дальнейшее продвижение вглубь литовской территории остановилось. В битве на реке Уле армия князя Петра Шуйского потерпела тяжелое поражение. Сам воевода погиб. После предательства Курбского Иван IV кругом видел измену. Многие воеводы попали в опалу, другие были казнены. В 1565 году московский царь, борясь с внутренней оппозицией, ввел опричнину. Опричнина – от древнерусского слова «оприч», то есть «отдельно», «за пределами». По указу царя, часть территории страны выделялась в особый удел, подчиненный лично московскому государю. Остальная часть, где сохранялся прежний порядок правления, называлась «земщиной». Кроме того, под непосредственное управление царя переходило определенное число служилых людей, которые составляли опричное войско Ивана IV. В число опричных воевод вошел и Дмитрий Хворостинин. По своему происхождению он не смел рассчитывать на высокие должности в армии, но после введения опричнины его положение изменилось. В походе на Калугу он стал первым воеводой сторожевого полка, затем командовал войском под Великими Луками. Между тем произошло событие, которое решительно изменило всю политическую ситуацию в Восточной Европе. В 1569 году Польша и Литва заключили Люблинскую унию,
Два государства с общим монархом стали единой державой, названной Речью Посполитой. Речь Посполитая – федерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Державы сохраняли каждое свой собственный административный аппарат, казну, войско и законы. Но единым главой государства становился пожизненно избираемый сеймом монарх. Речь Посполитая занимала земли современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также часть территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии. Король Сигизмунд отправил в Москву посольство, предлагая поделить Ливонскую территорию, оставляя России ряд приграничных крепостей. Иван IV отказался. Он по-прежнему планировал присоединить к Московскому царству все прибалтийские земли. Тогда правительство Речи Посполитой прибегло к помощи крымского хана Девлет-Гирея, и татарское войско ворвалось в пределы Московского государства. Русским удалось отстоять Рязань. Множество крымцев легли на поле боя или попали в плен. Но уже в следующем году Крымская Орда снова вторглась на Русь. На этот раз татары дошли до самой Москвы и сожгли столицу. Такого бедствия Москва не знала уже два столетия. Через год Девлет-Гирей вновь пошел в поход, планируя окончательно разбить московскую державу. Ситуация становилась почти катастрофической. Войско, направленное против татар, возглавил князь Михаил Воротынский, один из богатейших людей России, воевода и герой взятия Казани. Вторым воеводой передового полка царь назначил Хворостинина. Тем временем ханское войско подступало к русским рубежам. Татары переправились через Оку и в августе 1572 года в 50 верстах к югу от Москвы у села Молоди произошло решающее сражение. Русским воинам оставалось одно – стоять насмерть, но не пустить врага к столице. В войске хватало воевод повыше рангом, чем Хворостинин, но именно ему Воротынский доверил самую важную задачу – оборону передвижной полевой крепости, так называемого «Гуляй-города». Другие полки прикрывали крепость с флангов и с тыла. Крымцы пытались приблизиться к укреплению, но оттуда в них летели пули и ядра. Над русским войском нависла угроза голода, но ждать оставалось недолго. Хворостинин знал о замысле Михаила Воротынского. Тот совершал обходной маневр, чтобы зайти в тыл ханскому войску. Наконец, пришла пора действовать. Хворостинин приказал ударить изо всех орудий и бросил свой отряд в отчаянную атаку. Счет шел на минуты. Успех этой вылазки зависел от действий Воротынского. Не успеет командующий ударить противнику в тыл, все может закончиться катастрофой. Несколько русских полков против несметного ханского воинства. Силы несравнимы. Но вот показалось главное русское войско. Там, откуда враг его совсем не ждал. Теснимые со всех сторон, татары обратились в бегство. После этого разгрома крымцы несколько лет не предпринимали набегов на Русь. Иван Грозный снова смог направить главные военные силы на север и продолжить борьбу за ливонские земли.
В надежде повторить Полоцкий триумф, царь лично возглавил наступление. В декабре 1572 года русская армия подошла к Вайсенштайну, шведскому форпосту в Ливонии. Эта крепость находилась на пересечении сухопутных дорог и была крайне важным стратегическим пунктом. Русское войско 6 дней держало Вайсенштайн в осаде, а затем пошло на приступ. В штурме участвовал и ближайший слуга царя Малюта Скуратов. Скуратов Малюта. Настоящее имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Дворянин, опричный воевода. Отличался крайней преданностью Ивану Грозному и жестокостью к его врагам. Прозвище Малюта получил, вероятно, за свой малый рост или за присказку «Малютя». Многие факты его биографии обросли вымышленными легендами, а имя сделалось нарицательным названием палача и злодея. Крепость Вайсенштайн была взята, но неприятельская пуля сразила Малюту Скуратова на повал. В отместку за смерть своего любимца Иван IV люто расправился с защитниками Вайсенштайна. Многих изрубили, остальных бросили в огонь. К тому времени царь отменил опричнину, но не избавился ни от своей подозрительности, ни от грозного нрава. Опале подвергся и Дмитрий Хворостинин. Воевода, который в Молодинском сражении обеспечил русскую победу, во взятии Вайсенштайна участвовал уже на вторых ролях. А вскоре ему пришлось испытать настоящий позор. Зимой 1573 года глубокие снежные заносы помешали Хворостинину сразиться с отрядами черемисов, которые восстали против Москвы. Черемисы. Устаревшее название финно-угорского народа мари. Предки марийцев входили в состав Золотой Орды, затем Казанского ханства. Во время военных действий между Москвой и Казанью воевали как на стороне русских, так и на стороне казанцев. Присоединение народа мари к русскому государству было крайне кровопролитным и сопровождалось так называемыми черемисскими войнами. После неудачи с черемисами воеводе могла угрожать смертная казнь. Но Иван IV придумал для Хворостинина другое наказание. Приказал обрядить его в женское платье и заставил у всех на глазах молоть муку. Дмитрий Иванович стиснул зубы, но вытерпел это унижение. Четыре года спустя царь вновь двинулся на Ливонию. Пали крепости Кокенгаузен, Пернов, Венден, Вольмар. К осени 1577 года 25 городов перешли к русским. Но 20 лет войны истощили Русь. Многие области разорились, деревни обезлюдили. Многочисленные эпидемии и опричный террор лишили армию резервов и подорвали боевой дух. А тем временем сразу два сильных противника – шведское королевство и Речь Посполитая – перешли в контрнаступление, отбивая крепости, занятые русскими гарнизонами. Иван Грозный еще продолжал наступление в Ливонии, но даже его личное участие в боевых действиях не могло обеспечить победу в войне. Дмитрий Хворостинин снова сражался на Ливонском фронте. В 1578 году при его активном участии был взят Оберпален. После этой удачи царь назначил князя первым воеводой сторожевого полка и приказал отбить у поляков крепость Венден. Однако другой воевода, князь Михаил Тюфякин, не пожелал подчиняться менее знатному Хворостинину. Это был уже не первый случай. Едва ли не каждое новое назначение Хворостинина вызывало раздражение родовитых бояр, которые оспаривали его право занимать высокие посты в армии. Эти споры получили название местнических тяжб. Дмитрий Хворостинин стал участником 22 таких процессов. Для XVI века это был своеобразный рекорд.
А пока шли споры о том, кому достанется место первого воеводы, драгоценное время было потеряно. Поляки объединились со шведами. Русские полководцы терпели одно поражение за другим, сдавая города. К этому времени престол Речи Посполитой занял Стефан Баторий, который решил захватить русские земли на северо-западе. В августе 1579 года его армия окружила Полоцк. Город обстреливали калеными ядрами, стремясь поджечь его. В XVI веке в качестве зажигательных снарядов использовались чугунные ядра, которые нагревали, калили до красна, затем вставляли в орудийный ствол и производили выстрел. Если такой снаряд застревал в деревянных конструкциях, то почти неминуемо вызывал пожар. Каленые ядра использовались вплоть до XIX века. Они были особо опасны для деревянных парусных судов и применялись для обстрела вражеского флота. Неудобства этого оружия заключались в том, что нагрев ядра, а также подготовка самого выстрела требовали много времени и соблюдения ряда норм безопасности. Раскаленные снаряды били по городу. Но из-за дождей огонь не разгорался. Лишь через 3 недели при помощи смоляных факелов венгерские наемники подожгли деревянные стены Полоцка. Русский гарнизон оборонялся до конца, но исход сражения был предрешен. Узнав о падении Полоцка, Иван IV пришел в ярость. Своих военных советников он обвинил в сговоре с врагом. Сам же отправил Баторию грамоту с предложением мира. Однако король был уверен в своем превосходстве и отвечал, что не собирается вступать в переговоры. В следующем году многотысячное войско Батория осадило крепость Великие Луки и взяло ее штурмом. Солдаты были настолько взбешены сопротивлением русского гарнизона, что вырезали всех защитников города, а затем терзали даже мертвые тела. Следом пала мощная крепость Заволочье. Летом 1581 года польско-литовская армия двинулась на Псков. Падение этого города стало бы для России полной катастрофой. И тогда русские предприняли отчаянную попытку помешать неприятельским замыслам. Было решено ударить противнику в тыл. В числе воевод ударного полка находился Дмитрий Хворостинин. В Смоленске русская рать села на струги и спустилась по Днепру. Струг – русское плоскодонное парусно-гребное судно. Имело длину около 20 метров, ширину от 4 до 10 метров, от 6 до 20 весел, а также небольшую мачту с парусом. Иногда вооружалось небольшими пушками. Возле Орши и Шклова русские разбили литовские отряды. Сожгли посады Шкловы и Могилёва и двинулись вглубь территории Великого княжества Литовского. Для сражения с основными силами Стефана Батория сил было недостаточно, но эти дерзкие атаки заставили врага держать оборону. Поход на Псков не был отменен, но задержался на 3 месяца. 24 августа 1581 года армия Стефана Батория наконец подошла к древним стенам Пскова. Вражеское войско насчитывало до 27 тысяч человек и имело 20 осадных орудий. Вместе с поляками и литовцами король привел наемников – немцев, шотландцев, венгров, французов, итальянцев. Через бойницу за строительством вражеского лагеря наблюдал князь Иван Шуйский, второй воевода городского гарнизона. В ближайшие месяцы его ждало великое испытание. Шуйский Иван Петрович.
русский полководец, боярин. Участник взятия Полоцка и битвы при Молодях. С весны 1580 года царский наместник и воевода в Пскове. У Шуйского было всего 4500 стрельцов, казаков и конных дворян, а также 1500 артиллеристов. Бойцам гарнизона помогали и вооруженные горожане. Стефан Баторий быстро отыскал уязвимое место в городской обороне – южную часть укреплений, которая не была защищена рекой. К тому же ключевой пункт – Покровскую башню – королевские артиллеристы могли здесь обстреливать с трех сторон. 7 сентября 1581 года началась бомбардировка города. Оправдались худшие опасения Шуйского. Мощная артиллерия противника снесла Покровскую башню и повредила две другие – угловую и свинусскую. В стенах образовались огромные проломы. На следующий день Баторий назначил общий штурм. Казалось, городу не устоять. Королевская пехота добежала до развалин псковских стен и даже установила на них свои флаги. И тут обнаружилось, что путь им преградил ров, который был вырыт по приказу Шуйского. За рвом на высоких земляных насыпях стояли русские ратники. Стефан Баторий положил во время штурма немало бойцов, но ничего не выиграл. Новые укрепления из дерева и земли защищали город надежнее, чем каменные стены. Противник вел беспрестанный огонь с занятых башен и стен. Защитники города в ответ стреляли из пищалей и луков, метали копья. Те, кому не хватило оружия, бросали в неприятеля камни. Псковские женщины подносили мужчинам воду. Священники с иконами призывали усталый гарнизон биться насмерть. Князь Шуйский ободрял своих ратников. Баторий отправил на подмогу штурмующим новых бойцов. Город спасло лишь искусство псковских артиллеристов. Орудия ударили по свинусской башне, занятой врагом. Ее верхняя часть обрушилась на вражескую пехоту. Затем рухнула другая башня, в которой засела группа королевских воинов. Ночью вражеские отряды отступили в свой лагерь. Посчитав свои потери, Стефан Баторий вступил в переговоры. В случае добровольной капитуляции он обещал псковским воеводам великие милости. Ответ был коротким. Если Бог за нас, то никто против нас. На Псковщине ударили морозы. Неприятельский лагерь страдал от нехватки продовольствия и пороха. Боевой настрой был потерян. А псковичи заделывали бреши в стенах деревянными срубами. Но Баторий еще надеялся взять город. В начале ноября полякам подвезли новую партию пороха. Подошел свежий отряд – 200 стрелков. Король решился на новый штурм. Отборные храбрецы ринулись на каменную стену, закрывшись деревянными щитами от стрел и камней. Защитники города начали бросать в них горящее тряпье, пропитанное смолой, и щиты загорелись. Из бойниц вели огонь стрельцы. Со стен на головы врага лили горячий деготь и кипяток. А тех, кто приближался к стене, русские подцепляли огромными железными крючьями. Все усилия противника прорваться в город были бесполезны. Вражеская пехота пыталась атаковать по льду реки, но всякий раз отступала, теряя своих бойцов. Наконец, вражеские отряды добрались до псковских стен. И тут их отвага уступила место обычной жадности. Наемники обнаружили среди мертвых тел мешки с солью. Соль в то время была очень дорогим продуктом и давно закончилась в польском лагере. Для солдат это был настоящий клад. Узнав о находке, на передовую примчались новые группы бойцов, и штурм превратился в беспорядочную драку из-за драгоценной соли.
Стефан Батори был в ярости, и вскоре он покинул войска. Псков по-прежнему находился в плотной блокаде, но о новом штурме речи уже не шло. Расходы на содержание польского войска превысили все немыслимые суммы. О новых завоеваниях им не приходилось и думать. Батори согласился на мирные переговоры с Иваном Грозным. 4 февраля 1582 года армия Речи Посполитой сняла осаду и покинула позиции. А тем временем шведский полководец Понтус де Лагарди изгонял из Ливонии немногочисленные русские гарнизоны, которые там еще оставались. В Нарве его солдаты вырезали все русское население, а затем вторглись в Россию. Пока поляки осаждали Псков, шведы взяли Ивангород, Ям и Копорье. В Великом Новгороде Иван Грозный собрал новое войско. Передовой полк возглавил Дмитрий Хворостинин и первым столкнулся с вражеским войском под селом Лялицы. Численный перевес был на стороне шведов, которые начали теснить русский строй. Тогда Хворостинин отправил в бой проверенных ветеранов – поместную дворянскую конницу. Этот удар переломил ход сражения, и шведы пустились в бегство. После поражения под Лялицами де Лагарди еще пытался взять крепость Орешек, но русский гарнизон отбил оба штурма, и шведское наступление было остановлено. Война, которой, казалось, не будет конца, завершилась. В 1582 году Стефан Баторий подписал с московским государством Ямзапольское перемирие. Русь отдавала Речи Посполитой Полоцк, Велиш и всю занятую ее войсками часть Ливонии. В следующем году перемирие с Россией заключила Швеция. Москва потеряла Ивангород, Ям, Копорье, Карелу. Особенно болезненной стала утрата Нарвы, стратегически важного порта и торгового центра. Ливонская конфедерация перестала существовать. Ее территории перешли к Швеции, Дании и Речи Посполитой. Война разорила многие районы Руси, а ее северо-западные земли обезлюдили. На итог военных действий сильно повлияли крымские набеги, которые практически не прекращались все 25 лет войны. Даже проигранная Ливонская война показала мощь русской военной машины, тактический дар полководцев и колоссальную жизнестойкость страны, которая четверть века вела на равных борьбу сразу с несколькими сильными державами. Иван IV не желал смириться с ее итогами. Его правительство не раз предлагало солидный выкуп за утраченные земли. Шведы отказывались снова и снова. Но Россия не могла оставить русское православное население под властью протестантов, прескверных лютеров, как их называли в Москве. Это было все равно, что бросить раненого товарища на поле боя. Речь Посполитая и Швеция также искали удобного случая, чтобы расширить свои завоевания. Но двум монархам, Ивану Грозному и Стефану Баторию, не удалось возобновить борьбу. Царь умер в 1584 году. Король двумя годами позже. К тому времени распался и союз Швеции с Речью Посполитой. Чудовищные тиски, занесенные над Северной Русью, разжались, и в Москве решили воспользоваться раздором между соседями. Царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, современники считали человеком мягким, даже блаженным. Но именно он в конце 1589 года повел свою армию в поход против Швеции. Больше 30 лет Дмитрий Хворостинин нес военную службу, но только при Федоре Иоанновиче добился заслуженных почестей. Новый царь пожаловал ему богатые земельные владения и чин боярина. В шведском походе князь возглавил передовой полк. Именно тогда Дмитрий Иванович выиграл свое последнее большое сражение.
Захватив город Ям, ныне Кингисепп, Хворостенин встретил под Ивангородом 4000-ное шведское войско и ринулся в бой. Яростная рубка продолжалась полдня. Русский передовой полк преодолел сопротивление врага и вынудил его к бегству. Шведы оставили русским все орудия и припасы, а вскоре были вынуждены вернуть русские земли, захваченные во время Ливонской войны. Новый мирный договор закрепил возвращение в состав России крепостей Копорье, Ям, Карелы и Ивангород. Так, через 10 с лишним лет после поражения в Ливонской войне, Россия сумела взять реванш. Россия выйдет к Балтике лишь через 120 лет, после окончания Ливонской войны, когда Петр I вступит в Северную войну против шведов. Россия окончательно закрепится на Балтийском море. На его берегах появятся русские порты, вырастет новая столица – Санкт-Петербург. Последние месяцы жизни Дмитрий Хворостенин провел в Троице-Сергиевой лавре. Воеводе исполнилось 55 лет, но годы непрерывной военной службы брали свое. Дмитрий Иванович, уставший от военных трудов, принял монашеский постриг и окончил свои дни под именем монаха Дионисия. Английский посол Джайлс Флетчер так писал о нем: «Первейший муж, наиболее пригодный для военных дел». Своей отвагой, выносливостью и огромной энергией он поражал современников, а в памяти потомков остался одним из выдающихся полководцев своего времени. Человек, который никогда не щадил себя, не просил поблажек, а просто честно нес свою службу Отечеству.